你有个大人не торопится.
Пойдем, Коля.
Thank you.
пойдем. Тут машины ездят, аккуратно. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Essa catedral Notre Dame, claro que ela foi imortalizada pelo romance de Victor Hugo, sabe? Por Cunha, na Notre Dame. E a partir de então,
Это какой-то рыночек прикольный. Thank you.
как она в жизни выглядит на картинке, две большие разницы. Ты откуда узнал, что тут показ мод? Кстати, сейчас обсуждаем, что в жизни она как-то поменьше, чем представляли. Так.
подходим к подножию. Всегда думал, было бы интересно подойти к самому основанию, потрогать сам металл. Оказывается, подножие там чисто бетонное. Такие вот основания. Сплетение паутины из металла. Кстати, вот эти вот лампочки, которые светятся ночью, их демонтируют, продают туристам. По-моему, там типа 100 или 400 евро за лампочку. Это называется вид на Эйфелеву башню, да? К сожалению, нам не сюда.
Оказывается, там еще и озеро есть. Ты видела, она приколупалась к моим часам, а, что мне там 100 раз повторила, потом показывая, типа, класс, типа, часы хорошие. Я думаю, что не так? Слышишь, как она скрипит? Хотели подняться до первого уровня пешком, потом поехать на лифте. Есть такие билеты. Нас разочаровали, сказали, что самая верхушка закрыта до февраля. Поэтому идем пешком. Этот такой смешной. Да-да-да. Давай скорее, проходи. Да? Thank you.
нормально пойдет? Не смотрел. Смотри, как ее красят, освежают грунтовкой, видишь, а потом закрашивают. Это уже первый этаж. Сюда. Кабина, да? Thank you.
Rafi, ¿me acompañas a dar la vuelta vos? Voy con Lolo a dar la vuelta. Ik dacht dat we het over nog een stuk verder naar de Thank you.
Мажор шампанское пьет.
То, что я хотел потрогать основание. Спасибо.
нас красный. Это СС, да? Thank you.
Прыгайте!
прыгайте. Такое ощущение, как будто рядом с тобой роняют какой-то деревянный шкаф со множеством ящичков. Боже мой, и кажется, что когда же этот шкаф трещит. Господи, такое ощущение, что вы сделали из дерева. И сначала ты устаешь это видя, а потом ты устаешь это слышать. Вам же нечего хотеть. Хватит! Откуда он знает? C'est le moment de descendre. Понимаешь, я всегда тебе звоню первый, и я всегда виноват. Всегда виноват, и это никогда не меняется. Все, мне пора. Пижон, он приехал, и он мне важнее вас всех. Все, я не хочу, чтобы его видели. Все, гайдо, финал. Все, любимый. Так, как же мне так?
the opportunity to visit.